И снова здравствуйте, друзья, на канале «Давай наливай», где мы не только наливаем, ну и пытаемся донести до вас качественный алкоголь, в поисках которого мы постоянно мониторим, ищем. И вот у нас на обзоре есть бутылочка «Клеймор», шотландский трехлетний виски, купажированный. «Клеймор» переводится с кельтского, означает «большой меч». Виски довольно известный, старый, выпускается с 1890 года. Сейчас почитаем, что пишет нам производитель. Ну, тут Глазго, Шотландия, Александр Фергюсон, основатель компании. Бутылочка литровая, 40 градусов. Где-то я видел, вот тут пишет состав. Спирты зерновые, вода и... сахарный колер подкрашенный. Все, что нам надо знать о недорогом виске популярном, мы прочитали. И переходим сразу к нашей дегустации. Наливаем немножко этого замечательного купажированного трехлетнего виски в стаканчик. Смотрим цвет. Цвет янтарный. Маслянистость хорошая для недорогого трехлетнего шотландского виски. И давайте узнаем, что он собой представляет. Виски тоже бутылочка была начата, подышал. И я думаю, спиртозность, если у него была, она должна была улетучиться. Пробуем нос, запах, аромат. Вот ароматика по сравнению с Каттонсом намного мягче. Виски приятный округлый запах, аромат трав и меда. Прекрасный аромат, хорошо заходит. Самое главное, чтобы во вкусе он был такой же, как и на запах. Переходим к дегустации. Виски довольно мягкие, несмотря на свои зерновые спирты, очень приятный, ванилька чувствуется, бочка, чувствуется травы, я сказал, мед присутствует, то есть такой приятный округлый привкус, хороший, послевкусие мягкое, закусывать не хочется, нету жесткости, нет спиртуозности. Как для дешевого виски, я считаю, один из лучших виски за последнее время в этой ценовой политике. А литр бутылочка была куплена в интернет-магазине «Розетка» за 11 евро. 11 евро для литровой бутылки. И, ребята, это шара. Виски прекрасный. Конечно, рекомендовать его для смакования не будем, а вот для повседневного употребления под шашлычок в круге с друзьями, я думаю, это самое оно. Ребята, рекомендуем, закрепляем успех. Виски мне очень понравился. Да, чувствуется, естественно, молодые спирты. Но все это можно закрыть глаза на его цену и на его прекрасный вкус. Ребята, для его цены это 5 из 5. Рекомендуем, обязательно попробуйте, если кто не пробовал. Прекрасный шотландец за небольшие деньги. На этом наш обзор закончен. Как всегда в конце, напоминаю, алкоголь вредит вашему здоровью. Не напивайтесь, знайте меру. На этом все, встретимся на следующем обзоре. Всем пока!